Мусульмане всего мира отмечают сегодня один из самых значимых религиозных праздников – Ураза-Байрам. Праздник Разговения знаменует завершение поста в месяц Рамадан. Отмечается он традиционно 3 дня. Ураза-Байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования. В эти дни особенно ценятся добрые дела, забота о ближних и сострадание к нуждающимся. В праздник поощряется щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и родственникам. Исповедующий ислам навещает родственников и друзей, а также принимают гостей дома. В эти дни также принято просить друг у друга прощения и посещать могилы усопших близких. Но больше всего счастливый для всех мусульман день ассоциируется с детским смехом, семейными встречами и обменом праздничными угощениями.